Привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся в поселке Витязево, Анапский район. Сегодня мы будем с вами снимать гостевой дом «Сказка». Вот такие вот эко-домики в деревянном стиле. Сюда вы можете приехать со своими животными. Кошечками, собачками. Даже если у вас какой-то там большой будет песик, то самое главное, чтобы не создавать людям комфорт, он живет с вами в номере и там выходит на улицу. Это первый гостевой дом, который заявляет, что вы можете приехать на отдых именно со своими животными, потому что вот у хозяйки такой вот свой пес, который с ней постоянно гуляет. Пляж у нас сегодня будет «Жемчужина России». Покажу также шашлычок по 55 рублей. С левой стороны у нас улица Курортная, с этой стороны улица Жемчужная. Мы находимся на Понтийской, гостевой дом под номером 12. Здесь есть обширная парковочная зона, то есть вам не надо будет заморачиваться, где припарковать свою машину. Все здесь поставили и отдыхаем. Территория закрытая. При входе можно помыть ножки. Вот как рад он меня видеть. Красавчик какой. С правой стороны есть зона для отдыха. Можно будет посидеть за таким большущим столом, абсолютно свободно пожарить себе вкуснейший шашлычок. Есть небольшой детский бассейн, можете набрать, если у вас совсем маленькие детки. И есть большой бассейн, работает фильтрация. Также отдельно стоящие столики. Есть место, где посушить свои вещи, а также есть вот такая вот детская зона с песочницей и большим количеством игрушек, чтобы ваши дети могли себя занять, пока родители отдыхают. Проживание в этом гостевом доме включены завтраки. Здесь есть вот такая же детская зона, в которой могут ваши детки поиграть, пока вы будете кушать. Все по-домашнему предлагается на завтрак. Вот такой вот выбор блюд. Но здесь уже не все, потому что мы пришли к 10 часам, уже все поели. Если вы захотите обед, то 250 рублей на человека. Первое, второе, там третье. Тоже в формате шведского стола. Кушаете, говорится, все, что вы хотите. Если вдруг вы хотите сами что-то приготовить, кухня будет открыта для вашего доступа с 3 часов дня, после того, как пройдет обед. Есть термопод с кипяточком, выбор соков, водичка, чай Гринфилд стоит, есть сухие завтраки, немножко фруктов, пончики, вот такие вот красивые сосисочки, две каши на выбор, гречневая каша, макарошки, колбаски и овощная нарезка. Можно провести как бы очень хороший завтрак. Сказали, что обязательно уточни, что все по-домашнему вкусно. Для как для себя готовить. Дополнительно есть комната, в которой вам могут сделать депиляцию, либо сделать профессиональный массаж. Здравствуйте. Здравствуйте. Я работаю в этом гостевом доме прекрасном, который называется «Сказка». Это так и есть. Здесь все люди очень добрые, гостеприимные, особенно наша хозяйка Лена. Приглашаем американцев в лице моей дочки к нам в гости, потому что я там отдыхала раньше. Это не хуже, а даже намного лучше. Спасибо большое. Вот так вот едет с Америки к ним ее доченька с семьей на отдых, так что приезжайте, будет здесь интернационально. Можно взять колясочку в аренду, даже если вы здесь не проживаете, 100 рублей в день. Посмотрим размещение в этом гостевом доме. Номера довольно-таки большие. Здесь мы видим двухспальная кровать, есть также номера с раздельными кроватями. Просто номера все заняты, у нас всего два свободных, мы их вам покажем. Есть дополнительное кресло, холодильник, телевизор, сплит-система. Номер весь в отделке деревом. Аромат очень хороший, приятный. Это место для хранения. Выглядит вот так вот. Влезут все ваши чемоданы и вещи. Санузел вот в таком формате. Есть раковина, зеркало, унитаз и душевая кабинка. Если вы приедете вдвоем в этот номер, стоимость будет 2700 рублей. Если втроем, то за 3000 рублей. Завтрак включен будет у всех. Возле номеров имеются такие столы и стульчики. Смотрим четырехместный номер. Таких номеров здесь в гостевом доме всего два. В основном все как предыдущие. Так вот установлена кровать. Односпальная, двуспальная, односпальная. Есть три прикроватные тумбочки. Есть зеркало на входе. Место для хранения. Стол, телевизор, холодильник и сплит-система. Место для хранения выглядит вот так. С этой стороны можете увидеть тоже, как выглядит номер. А это санузел. Здесь есть раковина, зеркало, унитаз, тазик и душевая кабинка. Места в санузле тоже довольно-таки много. Стоимость размещения в данном номере 3800 рублей. Это на этот момент. Чем дальше от пика сезона, ценники будут ниже. Если вы приезжаете на длительный срок, то договаривайтесь подешевле. Я на самом деле спросил, у вас столько много людей, зачем вам реклама? Ну, говорят, мы хотим о себе рассказать. Вдруг кто-то хочет приехать еще в августе, то есть у нас еще сентябрь, октябрь. Так что, ребятки, место шикарное. И самое важное, что наконец-то мы нашли тех, кто готовы принимать со своими домашними животными. Говорят, отдыхали из
котами, и с пёселями приезжают. То есть, говорит, хозяйка, я сама путешествую со своей собачкой, мне приятно там, где нас встречают. Доплачивать за животное ничего не надо. Номер телефона и для массажа, и для эпиляции, и для колясок, и для съема жилья у нас есть название и в описании видео. Также, смотрите, если вы приезжаете автобусным туром, то, я думаю, вполне удобно будет приехать в такой гостевой дом, потому что здесь вы видите, что автобус становится, и помещается он сюда даже не один. Многие, как говорят, ищут такие места гостевых домов, чтобы приехать со своими людьми и спокойно припарковать автобус. Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Мы выходим на улицу Жемчужную, то есть пройдем сначала по ней. И я здесь вам хочу показать, с правой стороны есть столовая, ее хвалят подписчики. Столовая выглядит вот так вот, и здесь вот есть все цены на еду. Можете поставить на паузу, посмотреть. Борщ, допустим, 65 рублей стоит. Я думаю, что вы сами все прочитаете, чтобы я не зачитывал долго. Люди сидят, кушают. Вы можете видеть, что раздача идет. Вот он, дубляж цен, что почем. И вот он, пожалуйста, подача закрыта, работает кондиционер, то есть все очень хорошо выглядит. Аромат стоит, конечно, еды я сегодня поел хорошо у Джаника. Ну, кушать аж захотелось. Здесь рядышком ребята продают фрукты и овощи. 50 картошка, 45 лук, 40 арбузики, 150 есть, 90 дынька, 65 огурчики, 110 помидоры, есть красные по 75, 150 абрикос, 160 виноград, 65 нектарин маленький, а это слива даже, 150 нектарин, 175 персик. 165 персик, 100 рублей яблоки, 240 плющеный персик. А клубничка в какой цена? 203. Смотрите, два гидса до пляжа показывает 12 минут и 1,1 километр. Пляж у нас сегодня будет жемчужина Россия. Ну и хочется вам показать еще Пандок Кавказ, его шашлычком по 55 рублей. Адрес Горького 91, зимой сюда Артур вернется, пока он на Знойного 8. Заходим, друзья. Шашлычок обещает по 55 рублей. Пиво здесь по 60, ребята предлагают продать. Здравствуй, Айк. Смотрите, мяско лежит. Здесь ребрышки, антрикоты и свинина, они все идут по 55 рублей. Вес идет без лаваша и лука. То есть это уже идет чисто по желанию. То есть вам взвешивают как есть. Это, ребята, вот многие спрашивают, в чем секрет. Это просто конкуренция, потому что либо людям будет работа, либо не будет работа. Так что приходите, Айк вас будет рад видеть от души. Также у ребят еще есть, ну, кухня, по меню можете заказать. И я здесь ел ролл, был прикольный. И изготавливают разные бургеры, шаурма и разнообразные роллы. Сегодня мы здесь перейдем дорогу и пойдем по правой стороне, потому что можно пройти с той стороны через подземный пешеходный переход, но хочется какого-то разнообразия, показать вам другие маршруты. Здесь у нас высадило казачество, если не ошибаюсь, деревья, и вот они скоро вырастут, и здесь будет прям такая аллея шикарная. Это очень круто смотрится. Жалко, некоторым деревьям не хватило влаги, видите, подзасохли туи, все-таки надо немножко поливать. Но вопреки, другие вырастают хорошо. Смотрите, друзья, разница. Там через подземный пешеходный переход есть пандус. Здесь лесенка, по которой вы будете спускаться. Поэтому, если вы с коляской, выбирайте ту сторону для прохода на пляж. Можете идти через улицу Курортную. Пятерочка находится в квартале. Там также есть фикс-прайс и магазин мяса. Если еще пройти полтора квартала, можно дойти до красно-белого. Новый магазин у нас на Горького открылся. Здесь как раз-таки выход из подземного пешеходного перехода. Тут есть парк аттракционов, на которых можно прийти покатать своих детей. Есть точки выставок разнообразных фруктов и всяких разных вещей. Мы подходим к даче Дельцова. Очень красивая территория со своим фонтаном. Здесь очень приятно идти на море. Хочется, кстати, напомнить, ребята, очень прошу без критики в комментариях, пишите именно про съемку моего видео. Потому что каждый смотрит своими глазами, показывает абсолютно все и выбирает именно так, как ему удобно отдыхать и как ему по карману это все. Пиво, рыба, раки, всякие разные вкусные закуски есть по пути. Привет, ребята. Здравствуйте. Добрый день. Вы на YouTube, привет. О, хорошо. Всем привет. От души, ребята. 300 рублей стоит детский городок. Анапская. Айкадзор, Анапская, привет. Красавцы. Ребята, здесь батуты стоят. Можно попрыгать. В общем, развлечения, друзья, на любой вкус. Есть также питьевой бювет, машинки, батуты, тиры. Маленькие аттракциончики для деток. Батуты вот такие вот большущие.
Сзади есть контактный зоопарк, дом вверх дном, с товаропроводного ассортимента, с кругами, масками, ластами. Как всегда рассказываю, доехать до этого пляжа можно на 128 либо 114 маршрутке, что за Анапой, что из Витязева, что из ДЖМТ. Мы добрались до вот этого пятачка, где начинается в основном только пешеходная зона до пляжа. Супермаркет, цены, кстати, очень хорошие здесь. Дальше, ребята, есть пиво, соки, воды, ну и сладковато. По пути у нас есть еще одна столовая. Ценники здесь я уже миллион раз показывал. Люди пишут хорошие отзывы. Плохих я в этом году особо не встречаю. Если что, ставьте на паузу и смотрите, что почем здесь продается. Качество 4К видео. Здесь фрукты, овощи, большая торговля идет. Тут на рынке, помимо всего прочего, есть еще и туалет. Ребята, уже с утра готов вас накормить вкусно. Есть шашлычки свинины, допустим, посудочки, баранина 200. Готово все для вас, чтобы поесть. Фиш-пилинг, тема очень прикольная. Ребята сидят. Доктор Фиш, греки и кексы, 14 штук по 150 рублей. Здесь мороженое 5 шариков за соточку. Здесь сложены дощечки до пляжа, довольно-таки удобно ходить по ним. Столовую вообще раскрыли, видите, чтобы получше здесь дышалось. Есть пирожки, чебуреки, пожалуйста, цены продаются от ниже. Здравствуйте. Подпишитесь. 65 рублей все виды шашлычка. Эти я был смотрел, полезно, ребят. Ну а что мешает подписаться? Нажали на кнопочку. Тут, знаете, сказать, не буду, как человеческое. Так подписался, сделал приятно. Тем более, больше 70% смотрят без подписки. Представляете, сколько у нас было бы подписчиков на канале? Девчонки уже возвращаются с пляжа. Сегодня как-то поток людей туда и обратно, пока маловат. Мы забрались на самую вершину дюны. Время, напомню, 10:30, друзья. Видите, с правой стороны сейчас детки отдыхают. Можно вот в районе таблетки пойти, там поменьше людей будет отдыхать. Также вот и с левой стороны вот всегда показывают. Видите, пляж. Сейчас идет много-много людей, потом бац, такое пространство. Так что пользуйтесь ими. Но сейчас мы запускаем нашу муку, чтобы она увидела все сверху и нам показала. Единственное, что могу отметить, тут вроде бы пик сезон. Подходили ко мне подписчица, залезла на дюну. Тут вот мой подписчик подошел. Пообщались, они тоже это отмечают, что людей чуть-чуть стало меньше. Блин, а песок какой горячий, ребята. Ох. Просто это огнища. Вот смотрите, люди бегут просто по пляжу, как раз таки тоже из этого песка. Перебежка ведь так короткий. Вот остановился и дальше, как сайгаки. Вот когда стоишь на месте, можно так закопаться и стоять будет нормально. Вот прослойка песочек, сверху горячая. Вот мы людей чуть добавили на поход именно на пляж. Насколько плохой сезон, смотрите. Убрали вот эту детскую комнату, которая очень много лет здесь стояла. Остались батуты. Правая сторона бар. Работают люди, сидят. Здесь есть навесы с массажиком. Лежачки, массаж стоимостью вот так вот, стол перевернут, хотя вот девушка вроде бы лежит, готова работать. Очередь стоит в переодевалочку. Туалет, кстати, есть, но там на горе было 25 рублей, мы мимо него проходили, как раз таки ребята туда бежали. Лежаки здесь от 150 рублей на солнце, значит там цены немножечко варьируются. Температура воздуха 35,3, водичка здесь просто наищекарнейшая. Море чистое, солнышко лучистое, люди есть. Ну вот все говорят, что море прохладное. Ну, для меня, честно, по кайфу, особенно с утра, когда купаюсь, вот после дюнчат похожу, здесь, конечно же, ощущения прям такие под вопросом. Ну так все, вроде бы, очень даже хорошо. Давайте покажу вам пока видео именно полет с мухи, что она сегодня налетала, наснимала.
Привет, красавчик, как тебя зовут? Фотон. Фотон, а тебя? Гея. Мочи пятюню. Давай. Эй, хорошего вам отдыха. Маши тоже ручкой. Спасибо. Как зовут? Наталья. Наталья, откуда? Из Тамбова. Хорошего вам отдыха, Наталья. Спасибо. 22,6 температура водички. Подошли подписчики и говорят, ну как так, у нас, говорит, обманули, было 24. Ну, 1.5 градуса, ребят, сейчас ветер северный, и водичку, к сожалению, сдувает. Сегодня с утра было 22,1, и, в принципе, она такая осталась. С утра было гораздо комфортнее купаться. Сейчас на разнице температур посложнее будет. Но, в любом случае, всем хорошего отдыха. Сегодня ветер северный должен прекратиться, и дальше должно быть по кайфу. Ребятки, приезжайте, отдыхайте. Телефонный номер хозяев указан под видео, и надеюсь, что у вас в этом году все получится. Море здесь чисто. Это не Анапа сейчас, центральный пляж, там, к большому сожалению, сейчас экокатастрофа происходит. Поэтому можно приезжать, отдыхать и наслаждаться по полной программе, чего мы, в принципе, всем и желаем. В общем, ребята, ждем вас на отдых. Номер телефона напрямую. Вся информация, думаю, по максимуму. С вами был Юрий Заровский. Жду ваших комментариев, ваших лайков. Поделитесь с друзьями, что они тоже знают, как у нас здесь все по кайфу отдыхают. Ну, ребята все говорят, что вода прохладная. Температуру вы видели по факту? А дальше уже принимайте решение, холодное море или нет.